тебя можно полотенце одолжить? Я полотенце забыл. Я постираю, привезу. Мяч.
Thank you.
Стоп. Три кросса, один перевод. Каждый четвертый перевод. Раз. Два. Три. Перевод. Thank you.
видимо. Thank you.
Ван-Лана везу. Подальше не ешь. Я же тебе это сразу же объяснял, да, да, я подумал, может быть, это какое общественное правило или это закон? Нет, ну 14 побудем все. Вообще никак нельзя будет заехать. Кто может принять проблем? Знаешь, в интернете мем был, какой-то азиат, весь день, кто зафоткался с одинаковым ебалом. И мем с него сделали, его ебал просто всем стали приделывать, всех везде. Но там на домолунке чувак стоит, у Димона все фотки, у него одинаковое лицо, везде.
кайфуете? Дело не в цвете, а что там написано? Это и есть, ну, как бы, банк. Да штамп не имеет значения, у них же отпечаток пальцев, какая разница, штамп и штамп. Например, могут сказать, там, 3 дня на выезд? Могут, но ты же не въехал. Так могут сказать, когда тебя тут поймали. Думаешь, ему там на паспортном контроле не было, так сказать? Нет, если вообще исключено. Или пустят, или нет, да? Да. Что, вот так как это, 3 дня на выезд? Заезжает и 3 дня на то, что выехал. Что-то правильно. Это когда здесь ты оверстейк. И сам пришел в эмиграшку и говоришь, ничего не могу сделать. Никто мне визу не делает, никто меня в Камбоджу не везет. И они тебе тогда говорят, пусть с тобой, вот штраф, через 5 дней, чтобы съебал. Такое 1000 раз было со знакомым. Но это не депортация, это добровольно.
получается два варианта. Или 90 дней, или не пустят. Да нет такого, нет понятно, не пустят. Здоровья. Ты у него спроси, я даже подозреваю, что он, ему письмо дойдет от семьи, и он это письмо будет показывать. Повезло ему, что его не взяли. Знаешь, какой прикол там для этого? В конце концов, на двоих отступили. Паранда? Нет. Тайсон? Короче, им улетать 5 числа. После снова все вместе там были, все, все сборы были, все. 8 числа вечером они пишут сообщение. Не знаю.
Кто-то в чанге летит. Сильха против того, что кто-то в Ереване и не в чанге летит. Собачья, блядь, пиздец. Она что, у нее поверх футболка это была? И она отказалась ей снимать, и байка не было. Конверка поехала, я люблю. Конверка она. Знаешь, какая маленькая? Да. Я думаю, она сто мира точно будет. Но почему дело спорта? Будет потенциал спорта. Его не очень нравится. Очевидно, нет проблем. Конверка она. До 8, где один свет, она до 18.25. Ни разу за всю жизнь ровесница матч не проиграла. Че, перерыв, попьем?
как только дальше, все пиздец. Проебало как раз на таком мяче. Середину, вот один в один, блядь, был мяч. И также в середину сетки. А. Ее зачерпили, блядь, в интернете сразу шло. Подам.
8-6. Было 3-3, 3-5, 3-4, 3-5, 3-6, 6-4, 6-5. Thank you.
Только с ним и прокат. Thank you.
большим допущением. Yeah, I see.
чище. Thank you.
Thank you.
Почему? Почему не в сетку? Почему не вал? Почему все? Надо так проделывать. Я был уверен, что он бал летит, блин. Ветер, блядь. Он летел, он как раз начал дуть, когда он ударил. Допустим, 99,9. Если в школе уже не завынил 50.
секунду, 4 дайвлайк. Thank you.
блядь, ну что ты... Thank you.
ровно. Вы ставили в вью, он все равно балдеет. Вроде все руки, ноги на месте, блин.
Я как будто... У меня что, руки выросли тут? А? Я так же играю. Я всегда так умею. С полными? Полными это мой... Это мой... Thank you.
Ha, ha, ha.